Я уроженец Харьковской области, житель Харькова. С апреля 17 года по апрель 18 года проходил службу в Народной Республике ЛНР по контракту. Был на должности механика-водителя БМП. В основном возглавляли российские офицеры, которые были наблюдателями как бы там, и, естественно, были местные командиры. В основном бывшие отставные милиционеры. Когда был я назначен на должность старшины, я вплотную столкнулся с расхищением военного личного имущества военнослужащих. И, естественно, это было еще с самого начала современования. Были баснословные там недостачи арт-вооружений. И, естественно, там имущество, обороты, там, вещевое или инженерное там имущество. Скажите, а много вообще хочет проходить службу в рядах незаконно сборных формуланий? Нет, в зависимости. В основном идут туда по неохотке, чисто из-за денежных средств. А так, когда люди туда приходят, они спешно потом даже уходят в бега. Они даже не дослужат до конца. То есть желающих мало, да? Очень мало желающих. А много людей хотят вернуться обратно? Ну, хотят, конечно, вернуться многие, потому что ну, они посмотрели, что как бы Россия они там никому не нужны, и сами они сделали там ничего не могут. И они хотели вернуться, потому что уже ошибку сделали в своей жизни, но боятся правосудия украинского.